Всем привет! Ну нифига себе на прошлом ролике активчика навалило. Так, давайте договоримся. С вас колокольчики, подписки и лайки, а с меня качественный и интересный контент. Все выигрыши, как вам идея? Скоро Новый год, и лучшим вашим подарком было бы для меня это набрать 20к чизеров. Пусть это покажется большой цифрой, но я уверен, что вместе мы сможем осилить эту преграду. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю вам всего самого наилучшего. Ну а впереди вас ждут 40 минут контента. Лично мое мнение, этот ролик получился лучшим на моем канале. Все, не буду спойлерить, всем приятного просмотра. Зайдя на сервер, я увидел очень интересную территорию. А вы же знаете, я люблю клановых игроков. Ух ты, какая тут территория. Не понял, мне показалось. Тут тип бегает в топ-сете, походу. Да, в топ-сете бегает. А, это их дом. Ай. No, I'm naked, За что вы убиваете бомжей? Алло. I can help you, bro. No, don't shoot. I wanna help you. Как говаривал мой дед, чтобы выбить первую пушку, нужно скрафтить первую чирку. Мудрый мужик, между прочим. Да. Он только что забором все обставил, тут забора не было. О, подарки от Деда Мороза. Дедушка, насыпь мне побольше подарков. А где мои подарки, я не понял. Не, ну согласитесь, застроили они так, что к ним вообще не проникнуть никак за забор. Мне, конечно, может подфартить и выпасть отсюда что-то нормальное. Но нет. Окей. Вот это, кстати, неплохо. А что если где-то здесь отстроиться? Там ящики открыты, если я турели разбиваю, то это изи. Изи ткани, изи все. Я надеюсь, тут никого нет в онлайне. Не, походу турели разбить у меня сейчас не получится. К сожалению. Но у меня есть план. Главное, чтобы это никто не понял, что я могу здесь обитать. Блин, они все еще тут на улице бегают. Так. По идее, если я обойду красиво, подползу к ним снизу. Светится она, конечно, приколясно, но что-то как-то она... Ого, у них тут натыкано. Серьезно? Как вы поняли, гантрапы у них стояли везде. За каждым углом. Но я не расстраивался, ведь я знал, что этот клан это мой контент. Давай! Давай! You have small penis, bitch. Короче, у меня есть план. Его нужно реализовать как можно скорее. Я тебя захуярю. Ай, больно ноге.
пусси, бич! Спасибо за ревик, брат. О, ревик, двушка, все как надо. Ну и пока эта клонина не поставила шкафы, это решил сделать за них я. Им это явно не понравилось. А еще я решил построить свой первый домик недалеко от их базы. Жаль, что мне немного не хватает дерева на все это. Я побежал подфермить, как вдруг наткнулся на него. Ай, ай. Ай, 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 ай. Фух, не сказал бы я, что это было изи. Попыток было миллион. Но шкаф я им влепил. И пушку у них отжал с топсетом. Yes, yes, I need this wood, my friend. У меня есть план. План капкан. Они думают, я от них так просто отвяжусь? Пф. Это их самая большая ошибка. Идея такая, раз эти пацаны живут где-то тут, я могу отстроить тут свою кибитосину небольшую. Вряд ли ее кто-то будет рейдить. Тут у меня стоит дом. Сейчас мне надо найти побольше камня и поставить еще хотя бы 3 шкафа у них. О, я, кстати, камень нашел. Ой, какой-то злобный смех у меня пошел. И чтобы жизнь у них медом не казалась у клановых игроков, я решил обставить их шкафами. Вот так надеваем и идем расставлять шкафы. Почему-то я очень сильно хочу построить возле них деревянную вышку. Вот сейчас порубить дерево спокойненько, отстроить вышку и начать их прессовать. Мне кажется, это прекрасный план. Наконец-то рассвет. Вы, ребят, не обращайте внимания, тут у вас немного шкафчиков добавилось, но это бывает. И чтобы было проще попадать на их территорию, я построил себе мостик. И тут начался самый интересный контент. Долбежка турелей? Вот это поворот. Я решил взять свой единственный топ-сетик, МП-шку и вернуться на их территорию. Пойду пытаться выбивать у них пушки. Посмотрим, насколько они слабые. Откуда он стреляет, я вот этого понять не могу. Ого.
О, они все на вышке сели. Это, конечно, не очень хорошо. Ай. Ай, да ты офигел, что ли? Откуда ты мне голову дал? Вот это поворот. Как с одной МПшки поднять миллион лута? Легко. Хорошо, что я взял с собой дерево, реально. Меня это очень спасло. Вот это я называю контентище, реально. China number one! China number one! China number one! Woohoo! Hello? Hello? Офигеть тут шприцов, зачем ему столько? A fucking light kid. Не знаю почему, мне показалось, они расстроены. Максимально тихо отсюда сваливаем, потому что он стоит на ближайшей вышке, и он на той вышке. Сейчас очень тихо убегаем отсюда, идем фармить скраб. Классно придумал. И камень. Надо свой домик хотя бы как-то защитить. Это мы все скидываем, это мы тоже скидываем. Возьмем с собой вот как-то так, скорее всего. Патронов на калаш у нас нет, я думаю, лучше патрон на калаш оставить.
взять домик какой-нибудь жалкий. Я понимал, что стоит мне спалить мой домик, меня сразу же зарейдят, поэтому побежал фермить камень. Are you farm for me? Yes? Nice. Нифига себе, тут какой-то архитектор строил топовый. Может, у него все так буферки стоят? Нет, не все. Архитектор муравей грядет на своей волне. Генератор ахинею несет в своей голове. Дед Мороз, давай, пожалуйста, хоть раз в жизни. Пожалуйста, скинь возле меня. Дедушка, мне нужен твой подарок. Я только заметил, что майка белая называется танк-топ. Ну, наденем как бы майку танкера. Фак! Ты издеваешься? Да ну, не может такого быть. Или может. Так а что рейдили? Две ракеты всего было. И рейдили недалеко. Пс. Make it. I help you. Yes, can you put torch, please? This base get raided. I need light. Can you give me? Do you have torch? Torch. Fuck. Take, bro. No problem. Good man. See you later. See ya. Интересно, как долго мне придется ждать ракеты? Ай! Оу! О май гад! Фигово, что он не с ракетницей ко мне вышел. Он посмотрел, меня там нет. Он идет за ракетами. По-любому же за ракетами идет, да? Взял. О, shit, man. Here we go again. Oh, nice loot. Да ты офигел, что ли, чел? Халява халявная. Ну, кстати говоря, компонентов я оттуда вытащил неплохо. Плюс я могу гаражки теперь скрафтить. У меня второй верстак есть. Вот и камни нормально утащил. И всего еще и сани утащил. Это прям то, что нужно. Сани, не Саню, держу в курсе. Реально, дом китайского читака, кек. Thank you.
Я бы еще печульку скрафтил. Пойду подостаю соседей моих. Давненько я у них не был под домом. Чтобы доставать моих соседей, мне нужна была лестница. И я отправился на поиски. Please don't kill me, man. Nice try, bro. Лови, брат, лови! Полетело! Ого! Еще одну лови! Попасть не можешь, лох, ёпта! Да я попал в тебя два раза! Ты что, терминатор? Конечно, блядь. Лови! Какой жизни? И вправду не терминатор, я в шоке. Или у меня Oh, I killed your friend. Слушай, у меня есть к тебе работа. Вы умеете лестницу крафтить? А давайте я куплю ее за что-нибудь. О, я вам подарочки за нее дам. Короче, это всем привет, кто смотрит видео, да. Мама, я в Ютубе. Подписывайтесь. Походу я не подрасчитал свои силы, мне нужно было брать 3 лестницы, я взял 2. Офигеть, их тут много. Are you play with this clan? Or what? Nope. This is my TC, you know? I'm solo player and I'm pod TC. Fuck this clan. Fuck, I hate this clan, you know? Как у них выглядит территория, теперь вопрос. Я вижу, что они ПВОшку добавили. Ать, я умер. Понял. Кажется, меня увидели. Why you killed me? Окей, ты хочешь грязно поиграть, да, Эндри? Хорошо, Эндри. Эндрюшка. Мне сейчас нужны ресурсы, какая-то одежда, какие-то фиговые пушки, чтобы я мог к ним запрыгивать и убивать просто челиков. Мешать им играть. Круто же придумал. Отстрою вышку у них большую. И буду там сидеть, просто мешать им играть. Баба-бой. Баба-бой. Ну что, Канидула, побежали обворовывать соседей, которые там металл плавят. А может и не металл? Тут капкан, а тут хавка. Эта штука очень сильно дамажит. Хорош жрать. Песок металла украл. Неплохо. Обворовав моих соседей, я побежал искать фармил, ведь мне нужны были компоненты. Самурай, так ты тут живешь, что ли? Да, я живу тут, блин.
Не могу разлиться, блядь, вы лезете все. Так кто лезет? Блин. Я тебя вообще не трогаю. Я тебя даже убивать не хотел. О. Чё, как постреляли? You can save this shit. 50 веревок. Все, убегаем отсюда. Вот это я, конечно, с них выбил. Про свой домик я не забывал. Я постепенно его расширял, так как я понимал, что меня могут зарейдить. Раз, два, раз, два, раз. О, можно сюда выход сделать, а тут печки поставить. Так, тут мы сейчас гаражку воткнем. А вот сюда печек побольше. Я обустроил домик, поставил печки, поставил все на переплавку и чилил под топовое музло. Я скрафтил себе 10 сачелей. Зачем, спросите вы меня? Я хотел забахать у них вышку. Что-то мне подсказывает, что дверь смысла выносить нет. Пацаны, 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 когда рейдите, можно же... Обязательно впустим. А где тут может быть шкаф тогда? Вышка оказалась пустышкой. Как выяснилось, ее кто-то зарейдил этой ночью. Еще один. Офигели, что ли, на меня накидываться? Этот рейд не окупился, но вы же понимаете, рейд был не ради ресурсов. И пока мои соседи где-то чилили, я решил построить у них свою деревянную вышку. И тут понеслась лютая движуха. Чизи Чан представляет в фильме «Как достать соседей». Алло? И как вы думаете, кто это были? Это были мои соседи. И именно в этот момент я решил не ждать и действовать. Взял с собой дерево, камень и побежал строить вышки. Так, мне нужно додуматься, как я могу сделать здесь портал на ту сторону. Нет, тут-то понятно, как я могу сделать портал. А вот вопрос, как мне вон там вышку построить, чтобы у меня она не сгнила. Окей, есть идея. Мне она все равно ненадолго нужна. Пока враги занимались своими делами, Чизи Чан отстраивал вышку на их территории. И кстати говоря, они в этот момент были в онлайне, и все они прекрасно слышали. Короче говоря, сейчас будет коротенький гайд о том, как вывести соседей и заставить их страдать. Ой, ребят, не надо, не убивайте меня, я мирный. О-но! О-но! Why you bully me, man? I just wanna live here.
Why you shoot me? I'm gonna live here. Why you shoot me? Oh shit, man. Here we go again. Не, ну бывает, пацаны. Уже не такие сильные, да? Why are you shooting, bro? Retard. I'm not retard, my friend. Are you like it, pussy? Fucking tough when it's fucking hacked. No, because I'm the best player in the world. But you fucking roof camper shit, man. Oh, your friend die. Oh, one more friend die. Boom, headshot! Ого, у него маска слетела. One more die. Who is next? One more die. One more die, my friend. If you give me sulfur, I can back. Oh, nice! Small penis, man! Они просто ничего сделать не могут. Oh no! I killed them all! Oh shit! Take your tampon off, bitches! Take your tampon off, bitches! Like more you mad, bitch! No, not mad, bitch! You're just a focus with no brain! Shit, you're a pussy in this game. Блин, только, пожалуйста, не умри от лага. Сервер начал ужасно лагать, и я решил оттуда все вытащить, то, что навыбивал. И помог мне это сделать тот самый школьник. Спасибо ему большое. Третий день моей жизни. Меня еще никто не зарейдил.
Я знаю точно, невозможно, я возможно. Обустроить дом сейчас вот так неосторожно. Так, здесь у нас будет чайная ферма. Некий чайна-таун, я бы сказал. Чайный городок. Так, изучаем мы трубу. Берем МВК и крафтим трубы, потому что труб у меня нет. И найти их быстро у меня не получится. Поэтому самый простой способ — это просто их скрафтить. Наконец-то, докрафтив ракеты, я решил сбегать и посмотреть, что таит клановый бункер. У них тут какая-то сигнализация заработала, и меня это очень смущает. О, здрасте. Так у них все открыто тут. А, шкаф у них, наверное, вообще вон за той дверью стоит. Да. По-любому шкаф у них вот тут стоит. I'm despawned all your stuff, my friend. Why are you so bad? Say bye-bye loot. Bye-bye loot, my friend. Док, 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 Тимми, Тимми, come here. Shut the fuck up. Roof camper, roof camper. Yeah, you know, but don't have stuff. No problem for me. Oh, nice, I see you, my friend. Yeah, you fucking pussy. You can take this shit and save stuff. Hey, man, can you pick me up? Okay. Ко мне на территорию запрыгнули какие-то левые бомжики-французы. И им я решил отдать весь лут с этого дома, который я нашел. One more die.
And I need wood, wood, wood. Do you have wood? Okay, I have. Okay, 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 follow me. We can save nice. Your stuff. Yeah. We go depot and we come back. Okay. Пока французы контрили, чтобы хозяева хаты не застроились, я скрафтил на последние ресурсы 4 ракеты и решил попытать свою удачу. Офигеть, еще один бункер. Да пошли вы в жопу! Так вот, в этом домике шкаф я не нашел, но нашел все основные ресурсы, которые у них были. Все забрал и решил раздать это французам. This is your base? No. This is your base? Are you seriously? Yeah. Yes. Yeah, it's not trolling. Nice base, my friend. Go in deep. Okay, bro, take my loot. Come to me, my friend. Hey, for you. Stuff. No what way. The f- Oh, you're a nice guy, man. Yeah. Oh, T3, oh my god. You are the best, guys. Thank you for help. No, you're so good, man. Can you add me for Steam or I can add you? Press 1 in chat. Add me. Press 1 in chat. See you later, guys. Have a nice vibe. Nice, thank you, man. Вот так и заканчивается эта история. Не расстраивайтесь, ребята, которых я рейдил, все равно ливнули с этого сервера и больше их на сервере никто не видел. А французы продолжают играть до сих пор, по сей день. И я хотел бы вам сказать огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, и надеюсь, вам понравилась эта история. И если она вам понравилась, не забывай ставить лайк. Всем пока!